Сейчас покажу альтернативу выкладному френчу. Приклеила слайдер для френча, далее запечатала прозрачной жидкой базой, чтобы поверхность была ровная. Далее беру гель-краску и делаю вид, как будто бы я все рисовала вручную. Добавляю абстрактные линии, имитируя витражное стекло. Можете на этом этапе рисовать абсолютно любой узор. Это могут быть листики, цветочки и все, что вам понравится. У меня это будет витражный френч в прямом смысле. Я возьму витражные гели и сделаю имитацию витражного стекла. И я взяла несколько оттенков. Кстати, использую я снова свои любимые гель-конфитюр от BSG. И я снова взяла их витраж низкой вязкости. Эти гели подходят как для моделирования, наращивания, укрепления и даже дизайна. Конечно же, я не оставлю прозрачное ногтевое ложе, хотя вы выглядит забавно, и перекрою я его гель-конфитюром в бутылке. Это плотные гели во флаконе, также от BSG. Чтобы выровнять поверхность, запечатаю это все прозрачным гелем, и если требуется, можно совершить небольшой опил. Но тут, конечно, для перфекционистов что-то попилить надо, ну и мне проще зашлифовать ноготь перед покрытием топом. Ну а здесь дальше магический процесс, залипательный, тот самый, который любят все мастера, которые делают выкладной френч. Как по мне, получилось очень красиво и выполняется очень просто, сможет повторить даже новичок. Если понравилась идея, поддержи лайком, а я пока сниму новое видео.